Всем большой привет и радует меня своим цветением мой желточек. Вот так чуть уберем свет, чтобы было приятнее смотреть, не вырви глаз. Обалденный гибрид – это Phalaenopsis Stone Dance. Гибрид с участием эквестриса – офигенная штучка. Лучше всего снимать при солнечном свете, потому что там он дает действительно свой такой настоящий лимонно-желтый цвет безумной красоты. Тут свет немножко за счет его текстуры и за счет того, что свет искусственный, привирается и смотрится он немножко не так, но зато при таком освещении прекрасно видно вот здесь вот. Видите, на лепесточках нижних у него такой есть крап и штриховочка, просто отпадный. И на ощупь лепестки такие немножко восковые, что дает при искусственном освещении такие интересные блики, и лучше видно их фактуру. Но на солнце вот он просто такой лимон, классный, обалденный лимон. Но да, не видно там и фактуры, и штриховочки, но этот лимонный цвет окупает все это с лихвой. Очень интересная штучка, классная форма. Есть небольшой легкий аромат, листья у него всегда такие светло-зеленые, они должны быть светло-зеленые, не пугайтесь. Очень приятный товарищ, очень пластичный, напоминает очень по форме эквестрис. Мне нравится, я от него в диком восторге, цветочки тоже небольшие, как и у эквестриса. Приятный малыш, умеет очень пышно цвести. Кто смотрел на цветение в предыдущий раз этого чуда, видел, у меня была кисть побольше. Это такое зимнее цветение. У меня получилось как-то победнее. И даже не знаю, но вот как-то он немножко почему-то в какой-то момент то ли в уныние впал. Он два листа у меня резко сбросил. И немножко притормозил рост новых листьев. И позакукливал свои корешки. То есть я так понимаю... Вот это все произошло, он развил цветонос, процвел, и я так понимаю, он сейчас у меня собирается поспать. Я его, конечно же, сейчас кормлю, потому что, ну, нельзя не кормить фаленопсис, да вообще орхидею, которая наращивает бутоны и цветет. Это жестоко, ребята. Я, наверное, теперь буду все время приводить цитату девушки, которая мне написала, что не кормить удобрениями собирающийся цвести и цветущую орхидею, это все равно, что не кормить беременную. Да, да, это, наверное, теперь мое любимое будет сравнение в этом вопросе. Поэтому я пока кормлю, но кормлю очень-очень мало, дозированно, потому что я действительно понимаю, что будет спать орхидея, это будет отдыхать, она активно росла, и вот сейчас она будет у меня после цветения хорошенько отсыпаться и набираться сил. А вот этот вот товарищ, это очень активный пример того, как я покупаю орхидею. Она у меня наращивает новые листочки. 2-3, есть такая привычка. И потом скидывает все свои старые листья. Абсолютно все, с которыми она пришла, оставаясь только с теми, которые она у меня нарастила. И вот здесь мы видим, она у меня нарастила 2 листа побольше, потом вот 2 листа поменьше, и после этого скинула всю свою предыдущую шевелюру, а это было 4 листочка, и вот 5-й маленький еще остался почему-то. Но он растила много корней, и я уже не переживаю, я к такому привыкла, потому что я знаю, что такие орхидеи у меня себя очень часто так и ведут, скидывают все старое, и потом уже наращивают, и живут за счет новых листьев, новой куртины. И это себя решила повести так же. Но вернемся к цветочку. Очень-очень он красивый, и мне нравится, как он все-таки играет на свету, потому что вот здесь у него даже появляются такие слегка, ну, не коричневатые нотки, но вот туда, в ту сторону. И вот такой прелестный цветочек. Очень-очень интересный, правда, очень рекомендую. И обратите внимание, кому интересно, переходите в мой инстаграм, там будут его фотографии прошлые и нынешние, вы сможете посмотреть, порассматривать, очень красиво, и много чего другого у меня посмотреть, порассматривать. И на этом, пожалуй, будем с вами закругляться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, я не против. И всем солнечных дней,
пышных цветений. Пока-пока.